зимняя сказка, вся из чудес. Вас ждут приключения, загадочный лес. Кажется, если ветки коснутся, сразу волшебники все отзовутся. Что будет у нас, никому не известно. Но все интересно, все интересно. Друзья, жизнь
диктует нам свои условия, свои правила. Но несмотря ни на что, мы рады встрече с вами, дорогой наш зритель. В этот прекрасный зимний день в прямой трансляции из концертного зала городского дворца культуры. Можно сказать, что ни одно время года не волшебно так, как зима. Летом и весной земля шумит жизнью, все движется, дышит, радуется теплу и свету. Но зимой все живое спряталось в глубину земли и спит, ожидая теплого солнышка. Деревья обнажились, птицы улетели, а те, что остались, к сожалению, уже не поют и летают зябко и неторопливо. И чародейка зима дарит всему этому белому безмолвию новую жизнь, неподвижную, молчаливую, таинственную. Это жизнь, жизнь сна, время белой и тихой природы. А русская зима – это еще русские традиции, русские хороводы, танцы и песни. Сегодня по традиции мы открываем фестиваль искусств «Русская зима 2020». И в рамках фестиваля в онлайн-режиме городского дворца культуры пройдут вечера, концерты, конкурсы и мастер-классы. Ну а нашу программу сегодня открыл танцевальная группа народного ансамбля «Песня и танцы. Красноармейские узоры», хореографический коллектив «Сударушки», руководитель Татьяна Владимировна Комарова. А продолжает образцовый танцевальный коллектив с элементами акробатики «Юная грация», руководитель Юлия Норкина с композицией «Зима». Встречайте. Руководитель Ольга Голубева.
чудес и сказок. Поднимаешь голову к небу, облака посыпают мир ванильным сахаром. Зима – отличное время, чтобы учиться новому. Ну, например? Например, учиться ценить не только прошлое, но и будущее, то, что будет впереди. Чтобы начать свою жизнь с чистого белого листа. Зима – это лучшее время для возвращения в детство. Когда идет снег, мы снова чувствуем себя детьми. И поэтому сейчас на этой сцене коллектив театрально-сценического творчества «Затейники» руководителя Лада Грищенкова и детский фольклорный ансамбль «Росиночка» руководитель Владимир Буренков. Встречайте их! Какие же молодцы, правда? Он хотел подпеть за кулисами, у меня так не получилось. Ну что ж, зима – это время новых надежд, новых стремлений, новых мечтаний. В это время года прекрасно все без исключения. Даже лютые морозы и те хороши, ведь именно они учат любить и ценить тепло и уют родного дома. Конечно! А еще это время праздников! Буквально с первых декабрьских дней все начинают запасаться подарками и с нетерпением ждать новогодней суеты. Зима – это замечательное время года, когда все начинают верить в чудеса. И нашу программу продолжает танцевальный коллектив с элементами акробатики «Ягодки» руководитель Юлия Норкина, хореографическая постановка «Зимний вальс». Встречайте! Thank you.
Love you.
руководитель Наталья Гусева. Щелково, Литвиновская ЦКС, руководитель Ян Янкевич. «Сердце на снегу». Oh.
руководитель Анастасия Гичкина. But I've been forgotten, I do. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I've been forgotten, I do. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Игорь Ушаков, зимний джем. Давно и слишком много чужих среди нас. Но я...
И разбрасывают их на полу, ну, тем самым желая богатства и здоровья хозяевам этого дома. В России зиму встречают с хорошим настроением, добрым сердцем, не тая обид и зла в своей душе, с действительно близкими и родными людьми. Вот что по-настоящему ценно. Конечно, ведь самое главное, что объединяет все народы земного шара, это встреча зимы веселыми танцами, карнавальными костюмами, радостно, с песнями, а главное, с душевной добротой. И на сцене люди в масках, коллектив спортивной хореографии «БЭС», старшая группа, руководитель Анастасия Гичкина. Встречайте! Встречайте аплодисментами!
испанский танец. На сцене хореографический коллектив «Танцующее время». Руководитель Светлана Кондратьева. Исполняет Анастасия Маркина. Вокальный коллектив «Музыкальная планета». Руководитель Ирина Кончева. Нас.
наш фестиваль, хореографический коллектив «Ритм», руководитель Кондратьева, хореографическая постановка «Студенческая электричка». Школа танца «Олив» Натальи Гусевой «Цыганский танец». Thank you.
Вики Дива, руководитель Анастасия Гичкина. Девушки как звезды. По сиреневым бульварам, по воскресным площадям ты идешь с такой девчонкой, что не верится глазам. И на всех друзей вопросы говоришь с улыбкой ты. Кто сказал, что невозможно дотянуться до звезды? Дотянуться до звезды, до звезды. Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. В одну из них легко и просто влюбиться раз и навсегда. Но если ты сказка. На сцене хореографический коллектив «Непоседы». Руководитель Светлана Кондратьева. Сбил
Действительно, зима вступила в свои права, и не за горами Новый год. Это самый замечательный праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые. Это время подарков, исполнения желаний и настоящего-настоящего волшебства. Конечно, накануне каждого Нового года мы все ждем чуда. Ведь в каждом взрослом человеке осталось все равно что-то детское. И пусть уже давно никто не кладет под елочку новогодние подарки, но мы все равно ждем на празднике много-много чудес. И пока часы 12 бьют, дано совершиться мечте любой. Такая уж эта волшебная новогодняя ночь. Пока часы 12 бьют, на сцене вокальный коллектив «Без комментариев», руководитель Ольга Николаевна Янкевич. Пока часы 12 бьют, встречайте их. Культуры имени Ленина, вокальный коллектив «Без комментариев». А продолжает нашу фестивальную программу номер «Новогодний хоровод». Коллектив
спортивной хореографии «Бест». Младшая группа, руководитель Анастасия Гичкина. Новогодний степ. На сцене степ-коллектив «Five Life», руководитель Алексей Савичев. Bye.
проекте «Войфлайм» руководитель Алексей Савичев. На сцене хореографический коллектив «Улыбка», руководитель Ольга Голубева. Хореографическая постановка «Новогодняя». Городского дворца культуры Евгения Артемьева. 5 минут. Я вам песенку спою про 5 минут. Эту песенку мою пускай поют. Пусть летит она по свету, я дарю. Полным ходом скоро скажем с Новым годом на часах 12 без 5.
сердце ни за что и никогда. Но бывает, что минута все меняет очень круто, все меняет раз и навсегда. В 5 минут Новый год, он у самого порога. Вот сидит паренек, без 5 минут он мастер. Без пяти, но ведь 5 минут немного, он на правильном пути, хороша его дорога. 5 минут, так немного, он на правильном пути, хороша его дорога. Пусть так хватит в этот вечер на быту, эту песенку мою про 5 минут. Но пока я песню пела, 5 минут уж пролетела, Новый год, часы 12 бьют. Танцевальный коллектив с элементами акробатики «Малинки», руководитель Юлия Норкина. Новогодние игрушки. Продолжает наш фестиваль ансамбль народного творчества «Талица», руководитель Андрей Ермаков. «Ой, снег, снежок». Ой,
уныло, ой, тя, Толя, Толя, до свидания, наверное, не торопится никто. На сцене наши гости из Дома культуры имени Ленина. Новый год зажигает елки. Исполняет вокальный коллектив «Без комментариев». Руководитель Ольга Янкевич.
Концертная предпраздничная программа в рамках фестиваля искусств «Русская зима» создала вам зимнее праздничное настроение. Мы желаем вам мира, добра, удачи и благополучия всем вашим семьям. Не за горами 2021 год. Пусть все плохое останется в старом году. А с первых минут нового года жизнь начнет стремительно меняться и превращаться в ту сказку, в которой мы будем счастливы, здоровы, любимы и богаты. Городской дворец культуры не прощается с вами, а говорит вам до свидания, до новых встреч!